Всем привет, с вами Некромас, и мы опять в игре Акварист. Как видите, у нас даже название поменялось, если я правильно помню. В общем, сейчас все расскажу. Так, погодите немножко. Вот, значит, как видите, у меня 328 тысяч, да? Значит, мы должны были делать один аквариум, но случилось кое-что интересное. В общем, это самое. Сегодня в игре было обновление, но тут у меня, сами видите, что творится. Так, сейчас продадим. А этим все хорошо. Только вот эти серые, недовольные. Иди сюда. В общем, у нас сегодня было крупное обновление, и нам кое-что добавили очень интересное, с новыми возможностями и так далее. Так, все, с этим порядочек. Вот, значит, я переделал вот этот аквариум, помните, там это были у меня эти из Х-буквы какие-то там, а сейчас у меня тут танганьиканская тилапия. Вот, но это не важно. Потом вот что у нас появилось, видите, нам добавили подводный музей, и мы сейчас его с вами купим. Вот, пошли туда и смотреть, что это такое. Ну тут, естественно, черти знаешь, что делается. Ну, короче, сами там все. Все сами поняли, да? Вот, нам открылось детектор динозавр. В общем, что это самое? Что это за все? Короче, мы будем с вами это самое плавать в экспедиции. О, кстати, пол, материал пола. Вот такой пол тут будем делать. В общем, это самое. Мы будем плавать в экспедиции, искать там всякие вещи прикольные. Так, пошли смотреть, где тут что. Тут уже какие-то экспонаты есть. Очистите загрязнение. 11 загрязнений, ни хрена себе. Аквариум разбитый. Но это будет круто. Посмотрите, какие аквариумы офигенные. А, это тоже. Оп. Ни хрена себе. Где тут еще? Пошли искать. Уу.
Это так должно быть. А, это тут еще и эти загрязнения. Вот. Конечно, бы тут не помешало, знаете, что? Что было это? Каково? Тут были какие-то мусорные мешки и что-то такое. А то таскать тут по одному этому мешочку, это как-то не особо классно. Так, тут... Еще три загрязнения где-то. А, вот один вижу уже. Вот он. Там еще два. Попробуй найди точку. Так. Еще где-то одно загрязнение должно быть. Уил. Тебя не надо чистить. Так, где-то еще должно что-то быть. Тут нету. Так. Выбросите мусор. Мусорное ведро. А где это ведро? А, его вижу. Погодите, это продать нельзя. Жаль. Прикольно. Ладно, наверное, встретимся, когда я весь этот мусор уберу. Вот, нам сейчас дали новое задание. Типа вот это вот. Ну и... Вот, очистить надо. Вау. Вот чего нам добавили куча. И кстати, там в этих экспедициях мы не только будем экспонаты добывать, но мы будем там загадки всякие решать. Так. А зубы нельзя почистить? Никак. В общем, опять уборщики, мойщики. Как всегда.
породитель. Я кости мою. Не могу пока. Это тщательно научная работа, не мешайте мне. Где еще тебя помню? Еще 7% где-то. Ай, вон. Как я так не видел. Все? Так. А, ну вот, теперь мы типа можем заняться своим музеем. Давайте запустим сюда. Вот, будем шкелеты собирать. Ну тут, конечно, сейчас никого не будет у нас. Видите? А, это что? Пару людишек всего. И, кстати, там будем находить пирамиды. Вот видите? Не зря тут пирамида стоит, кстати. Мы будем такие пирамиды под водой там искать. Вот, убираемся. Пока что так. Надо убраться. Пока нам тут не дали купить этот пылесосиус. Насчет аквариумов надо подумать, потому что я не знаю, чего сюда. Так, аквариумы большие очень. Кого сюда вселять? Уже надо будет подумать. Это как-то с этими скелетами. Как-то это. Ну, было совместимо. Да? Thank you.
Я думал, нам что-то новое откроет. А тут... Ничего. Так. Тут вот эта фиговина осталась. Вот это, по-моему, тоже кость можно. Давайте попробуем, можно? А или вот эти? Да, можно. Так что у нас тут уже куча костей есть. Прикольно, прикольно. Мысль. Погодите, а где тут для инструментов? Вот здесь, что ли? Так. Так, ну тут походу мы будем вот находить, привозить, что-то такое. Давайте-ка мы для начала сейчас это все соберем, что у нас есть.
Потом сделаем там в океанариуме этот аквариум с черными этими рыбами. Ну, в следующей серии поплывем в экспедицию, конечно же. Надо точно, чтобы было все чисто. Уже не идентифицировано. Ну раз идентифицировано, чего? В смысле не очищается? О, идите, людишки.
Там вроде все, да? Тут ничего не видно. На всякий сохраняемся. Закупаемся рыбками. Так, потом. Блин, я точно так купил. Так, все вроде. Ну, этим, как всегда, украшения, а рыб, а ну эти всегда то же самое. Так, эти у нас травы, травоядные. Как я их называю? Давайте три рыбки купим. Растения надо вот эти. 5. Ай, украшения надо. Все, тут порядок. Ну вот тут как всегда лошадки, украшения, да? Крещение, да? Так, что там у нас? Еще мало вам украшений, да? Ну ладно, как скажете. Все тут. Тут все в порядке, значит, все заполнили, все сделали. Так, сейчас сюда.
14 тысяч. Круто. Как... Ой. Да отстаньте от меня. А чё ты? Так, с этими все в порядке. Голубой хирург, все в порядке. Ангел, все в порядке. С этими все в порядке. С этими все в порядке. Кстати, кормушка скоро кончится. 14%, 13%. Так, значит, тут что творится? Надо будет посмотреть самые дорогие, куда положить эти. Так, тут все в порядке. Тут все в порядке. Тут в порядке. Тут в порядке. Так. Эти махонькие желтенькие. Желтый запах. Прикольно. Так, все в порядке там. Тут теперь. Порядок. Красная власть. Порядок. Тут теперь. Порядок. 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 И тут я вот такой сделал. Ну, раз это хорошо, значит всем хорошо. Все. Тут 12 тысяч. Не помню, я тут вам показывал, нет? Вот тут у нас сейчас такие рыбки живут. Все порядок. Тут пираньи. Порядок. Тут сейчас живут два вида этих форелек. Одни желтые, другие эти старые, которые были. Вон, видите, вот одни вот такие вот, а там другие. Вон, видите, такие как желтые. Это ручевая, а это радужная. Видите? Ну, этих сейчас проверять не буду, по-быстрому смотрим, как у нас акулы поживают. Как они там. Так, черепаха с тобой. Все в порядке. С акулами сейчас будем смотреть. Так, что-то вылез из аквариума. Ну, это иногда случается тут. Давай, акуленцы. Блин. Ну, ладно, пока что кормить не надо. На следующий раз сделаем. Так, нам надо. Ну, чтобы не получилось серия километр. Да. Пошли делать этот аквариум. Ай, молоточек надо взять. Я забили. Я вот только не понял, в этой экспедиции надо будет откуда? Или отсюда? Или это другие экспедиции? Или надо будет из того музея? Возможно, что там что-то писали про компьютер. Возможно, что из самого музея надо будет отправляться. Какие-то арапаймы будут у нас жить.
нас опять 311 тысяч уже. Слушайте, а может это можно убрать? А, и пока этот не сделаем, значит нет, да? Ладно, пока бросим здесь. Возьмем это, нам все равно придется. Ой, блин, тут сколько набурного мусора. Ведь не халясё. Ладно, пошли. А эти рапаемые, это кто? А они, по-моему, эти, короче, вот эти вот, вот. Так, значит, соль не надо, им надо мне лопатку взять. Там выбросил этот молоток, ну пофиг, потом подберу. ПГ тоже возьмем, потом увидим, что там надо. Грунт может тогда какой-то светлый купить. Вы что, видели, они эти черные такие. Так, берем, значит, берем грунт. А давайте вот этот возьмем. Так, все. Нифига себе, несколько растений, 20. Растений, 14 камней, 6 деревянных украшений. Так, погодите, а чё там? Чё у меня тут постоянно какой-то вот там звоночок? А, это, наверное, аквариум этот. Воду запустить, да? Да. Вау. Ну да, тут есть куда разыстись. Так, смотрим. Какая температура для этого рапаема? Ну их тут всего 3 будут. Ни хрена себе. Так, ПГ 5-6. О, блин, я не то. Так. 16. А, там растения, это все нам пишут. Итак. Значит, нам надо. Ай, погодите, извиняюсь. Какая температура для него нужна? Рапаем ты наш. 25-28, да? 25-28, давайте 26-27. 27, сейчас растение, 27 что было. Смотрим. Вот эти пойдут, да? Гу. Чуть тебе не нравится. А, ну там, возможно, еще не нагрелась вода.
скорее всего. Ну да, 22. Так. Тут у нас будет пальмовый. Так, еще 5 надо. Ну, естественно, так как тут пальмы, давайте еще и папоротник. Да? Так, что дальше? Деревянное украшение 6 надо. Деревянное, говоришь, да? То бишь такие. Где-то одно деревянное надо. Так. Так, ко мне 14, ко мне 14, ко мне. Ну, с камнями будет трудновастенько. А мы не будем делать большие камни. Вот этих. Сколько там нам надо? 14 камней. Ну, конечно, мы не самых маленьких будем.
Вот такой будет. Мистика такая. Блин, красиво. 14 надо, да? Давайте еще 5 таких. Ну вот типа такая мистическая. Так, еще 4 камня надо, да? Давайте вот положим. Прикол так. Ну это кусты, так. Так, и все, и рапайма хватит. Ай, надо еще эту пигаш уменьшить. Минус, да? Им там пока надо. 6, 9, 5, 6. Ну давайте тогда. Раз, два, три сделаем. Так, сейчас купим еще им эти крючка. Я надеюсь, они не едят это сырое мясо, как эти. Вот тут. Так, давайте сейчас покупать их. Их 3 всего надо, да? Ни хрена себе. Цены у вас. Вон они. Пошли свои манатки собирать.
Ай, нам еще фон надо повесить. Сейчас, погодите. Получите свой фон. Да ладно, блин. Вот вы вовремя пришли. Ладно, пускаем. Ладно, пошли, закончим с этими нашими арапаймами, или как они там называются. Ну, тут уберусь я уже за кадром, да? Так, и чё? Фон. Давайте попробуем купить фон. Вот этот, если не, если получится. А что-то мне чуйка говорит, что не получится. Чего? А, так куда мне его? Что за бред, блин? Ну ладно. А, во, можно. Давайте еще купим тогда два. Мне эти очень нравятся. Как раз им подойдут еще два. Двойка. И тройка. Вот. Так сюда. О, кеймен. Получили человек пещеры. Получили достижение. А, вон оно в чем дело. Вот так тут отсюда мы тут быстро перетаскаем этот мусор. Так. Значит, они сюда не ходили еще. Новое. Видите, закрыто типа было. Сейчас мы типа откроем. Да, я, конечно, раскошелился тут. На эту пещерку. Но, блин. Круто. Так, что тут еще, где тут? А, тут медузы плавают. Хорошо, что сейчас у нас есть эти автоматические, как их, блин, автоматические кормушки. То очень много тратилось времени на это. На кормежку этих рыб. Хотя акулы мне все равно надо кормить. Самому бегать. Ну, акулы, ничего не поделаешь. Конечно, могли бы придумать что-нибудь для акул. Чё, по-моему, красиво. Не знаю, может, что-то не так сделал. В общем, пишите в комментариях, как он. Ну, тут вроде все почистил, да? Вот, тысячу тут.
Как тебя вытащить? Что за бред? А его нельзя вытащить. Бред. Что ж, вот такая у нас получилась серия с вами, да? Прикольная. Ой, извиняюсь. Хотя давайте подождем. Выполняйте задание в подводном музее. Ну, потом выполним, погодите. По-моему, сейчас откроется магазин наш. Точнее, не магазин. Ну, все откроется. Непонятно, как там с этими заданиями всеми. У нас 10:30. Ну, это все я сделаю за кадром. Сейчас соберем везде денежки. И на этом закончим серию. Ну, тут, конечно, пока что мало, потому что ничего нету. Вообще-то можно вот тут устроить. Так, сколько тут литров в этом аквариуме? 1 500 000, да? Заняться, подготовить аквариумы, почистить или перейти. Но на экспедиции пока рано нам плыть. А костей больше у нас нет, кстати. Да? Ну, вообще-то можем и этот аквариум это самое сделать. Для черепах. Погодите, сейчас посмотрим. Сделать черепах. Хотя я его хотел сделать. Не, не буду я. Это для них 1 000 000. Пока что не буду. В общем, в следующей серии отправимся в это. Займемся именно музеем нашим. Вот этим. Да? Отправимся, короче, в это. В экспедицию. Будем добывать новые экспонаты. Да? И так далее. Давайте глянем просто. Вот видите, подводное кладбище динозавров. Ну да. Короче, отдельные локации. Значит, есть экспедиции, которые там с того, с этого, блин, с океанариума. Сейчас покажу. А мы хотя, я, по-моему, показывал уже. Вот здесь можно подводные руины плыть, да? А там можно плыть войти, короче. Как они там? Сюда можно? Ну тут что-то будем тоже складывать, походу. А там в другие руины. Вот такие вот дела. Я почему это самое не хочу там делать с черепахами, я хочу туда скатов запустить. Том музей. Хотя можно, конечно, и черепах запустить немного. Ладно, на этом тогда все. С вами был Некромас. Мы опять немножко побегали в аквариусте. И нас ждут новые приключения, да? Так как появилась цель какая-то. Надо будет тот музей полностью оборудовать. Тут еще. В общем, дел у нас будет куча. На этом я с вами прощаюсь. С вами, как я говорил, был Некромас.
И свидимся с вами на новых видосиках, на новых стримах. А теперь пока-пока, до новых встреч. Всем вам, конечно же, здоровечка, удачки и до новых встреч.